Здравствуй, Агафья. Здравствуй. Здравствуйте. Тебе понравилось играть у нас на сцене? Мне очень понравилось играть. Ты такая серьезная девочка. Так приятно с тобой познакомиться. Ты с оркестром раньше играла когда-нибудь? Да, я в прошлом году сыграла первую часть концерта Баха «Фа минор» с оркестром. Агафья, я тебя поздравляю. Замечательное выступление. И очень серьезная девушка, это видно абсолютно. И ты во сколько начала подбираться к фортепиано? Я начала в 3 года заниматься музыкой. То есть ты помнишь, как это было, как ты подошла к инструменту? Да, помню. Когда я была маленькая, мама меня водила на симфонические концерты. Вот, правильно, хорошая мама. Ты Дениса никогда не слышала на сцене? Я Дениса Мацова очень много раз слышала. И была на ваших концертах. А где ты учишься, Агафья? В какой школе ты учишься? Я учусь в Центральной музыкальной школе при консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Вот это я понимаю. А я знаю, что ты умеешь танцевать такой танец, который показывает твое страстное нутро. Мне кажется, это танец лезгинка. Лезгинку. Дадим слово маме такой талантливой девочки. Правильно? Потому что танец действительно характерный, и она любит танцевать партию мальчика в сапогах кожаных, а ее сестренка танцует партию девочки. А вот у вас еще как. А вы дядя, такой молодой дядя, а уже такое серьезное звание дяди. Вы чей брат? Мамин? Нет, я по папе. Брат по папе. А почему же вместо папы дядя? Вот даже просто... Брата прислал. А потому что папа с младшей дочкой. Как раз-таки на лезгинке. Все, в следующий раз приезжайте к нам всей семьей. Спасибо вам большое. Thank you.
Thank you.